Любовь к Богу, любовь к природе, любовь к родине. Всем этим пропитаны работы художника Максима Ильинова. В искренности чувств, воплощенных в искусстве, смогли убедиться посетители выставки «Диво дивное». Долгожданное и всегда радостное событие в культурной жизни Ростова – открытие очередной выставки художника Максима Ильинова. В здании «Межрегионгаза» на проспекте Ворошиловский в морозный февральский день заработала экспозиция «Диво дивное». По словам автора, к пейзажам и натюрмортам особой любви не питал. Но, путешествуя по Донской земле, по России на протяжении 2 лет, побывав от Байкала до Москвы, Санкт-Петербурга, понял, какая у нас красивая земля, особенно Дон. И верхний, и нижний, все его реки, притоки, все его степи – там. Я стал петь о нашей земле. Петь не своим мастерством, не своим образованием, не своим ученостью, не какой-то технической частью там, в масле, либо в акварели, а петь сердцем. То есть я хотел, я его познал сердцем, нашу землю. И эти полотна – это выставка моего сердца людям, не моего «я», а моего сердца для вас. Чтобы люди, зайдя сюда, как в некий такой маленький храм искусств, отдышались, посмотрели по сторонам. У нас все пропитано жизнью, пропитано любовью. И эта жизнь и любовь, если увидеть, она помогает жить, она помогает встать с колен, она помогает улыбнуться человеку, улыбнуться самому себе и сказать: здорово, здорово, что я с Дона, здорово, что наша страна Россия, здорово, что мы православные. Это действительно здорово. На выставке представлено 35 работ. Здесь нет цельного стиля. Каждая картина имеет свою гамму чувств, свой язык. Художникам использовано множество техник и способов написания. От импрессионизма до реализма и абстракции. Он яркий художник, потрясающий человек, яркая личность. И, соответственно, мы имеем очень красивое творчество, очень яркие картины, которые делают наш мир прекрасным. В 2002 году в Донской столице открылась первая выставка художника. В этом году исполняется 15 лет творческой деятельности Максима Ильинова. Автор поделился своими планами. Мы решили отпраздновать это с нашим большим коллективом. Я буду делать 3 персональные и будет еще 4 совместная в этом году. Они все будут разноплановые, разные. Будет даже одна выставка, где будут представлены все картины с 2002 по 2017, чтобы посмотрели, как менялся и рос художник, или наоборот. Степи, хутора и станицы, храмы, дворы, Дон. Какой бы темы ни касался художник, все пропитано любовью к самому явлению и к создателю. Творчество Максима Ильинова многогранно и всегда находит своего зрителя. Это не первая выставка, на которую я уже прихожу. Вот. Ну, я как бы не живописец, но вот графические работы, например, которые сзади меня находятся, вот мне больше всего всегда такой стиль нравится. То есть более приглушенные какие-то, более темные тона. Там у него яркие есть, но вот мне всегда вот, вот такие больше нравятся. То есть, ну, вот по работам Максим растет. Слежу за его творчеством вообще, когда он только начинал. Я люблю его вот такие яркие, нахальные, странные картины, где краски желтые, оранжевые, зеленые сливаются в какую-то странную феерическую картину. И вот за это я Макса и люблю. Выставка будет работать до 6 марта. Узнать свой родной регион с новой стороны сможет каждый желающий, как это сделали Марьяна Баштова и Дмитрий Никулин. Телестудия «Дон Православный».